9 мая, в День Победы, в Шымкенте родились 55 детей. В связи с этим администрация городского перинатального центра поздравила матерей, родивших праздничный день. Одна из них – Галия Еразиева. Молодая мама подарила жизнь своему 6-му ребенку в День Победы. Родившейся в празднике малышке дали имя Тамирис в честь сакской царицы. По словам матери, имя Тамирис в значении от персидского означает «статная и храбрая». Я очень рада, что наша малышка решила родиться именно в День Победы. Для нашей большой семьи теперь этот день будет двойным праздником. Всех поздравляю с праздником и желаю мирного неба над головой. По словам многодетной матери, она бесконечно благодарна врачам городского перинатального центра. Здесь 9 мая родились 16 детей, двое из них – близнецы. Врачи говорят, что особое внимание уделяется состоянию беременных женщин и рожениц. В нашем перинатальном центре уделяется особое внимание беременным женщинам, так и роженицам. Важно, чтобы на всех стадиях развития беременности женщина находилась под пристальным вниманием высококвалифицированных специалистов. Количество беременных увеличивается из года в год в третьем мегаполисе. Стоит отметить, что в праздничный день в городе родились 55 малышей. Из них 23 девочки и 32 мальчика. По словам врачей, состояние всех малышей хорошее. Многие женщины, родившие в праздничный день, многодетные матери, имеющие звание Алтын-Алқа и Күміс-Алқа, внесли большой вклад в демографию страны. Ернур Бубиев, Нурбек Аскарұлы, новости.